Народов много, страна одна. Под таким лозунгом уже в седьмой раз состоялась международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». В нашем районе он прошел на базе Северского дома культуры. С приветственным словом к участникам обратилась начальник районного управления по связям с общественностью Елена Полишенко. Всем успехов, терпения на 45 минут, свои включить все мозговые извилины, да, показать для себя, что вы знаете. Ну и, конечно, вот у вас есть самоконтроль, я думаю, вам тоже пригодится, что вы себе пометочки сделаете для того, чтобы узнать что-то большее для себя и что-то новое. Всем удачи! Участниками диктанта стали депутаты, представители национально-культурных объединений, студенты, работники различных учреждений. Работу написали около 40 человек. По окончанию акции каждый участник получил именной сертификат с результатом. Цель диктанта – привлечь внимание людей к истории, культуре и традиции народов, населяющих нашу страну, и поспособствовать укреплению национального единства.